Всем привет, дорогие друзья! Хочу показать вам, поделиться, значит, информацией о счетчиках Гейгера. Получил недавно я два счетчика Гейгера, слюдяные, SBT-11 они называются, и открыл для себя что-то новое. Я такого никогда не видел и хочу вам показать. Может, подскажете, вот, поможете мне разобраться, что это такое, потому что первый раз такое встречаю, очень интересно. Если кто-то знает, то пишите, пожалуйста, в комментарии, помогите другим информацией, думаю, многим будет интересно, что это такое было. Вот, или просто пишите ваши пожелания, вопросы в комментариях, там пообщаемся. Смотрите, пришел вот счетчик, обычно он, когда новый, то поставляется вот так, в такой коробочке. Вот, на английском почему-то, кстати, написано Counter и бета сзади, буквочка B, это для бета-излучения. SBT-11A. SBT переводится, наверное, счетчик бета-торцевой. Или слюдяной бета-торцевой. Или счетчик бытовой торцевой. 11. Цифра 11 это просто модель. Made in USSR. Все на английском написано. Наверное, это делалось для экспорта. Было, а здесь на русском. Сделано в СССР. Видите, наверное, они на экспорт еще шли. Все писали. Здесь счетчик бета, а вот здесь counter бета. И шло на экспорт, писали на английском. Значит, было очень хорошее качество. Все проверяли. Все, что на экспорт, оно всегда до сих пор ценится больше, дороже. И знают, что там отбраковка, качество, все на высшем уровне просто. Внутри две вот таких вот картонки, двухслойных, изогнутых для мягкости. И паспорт инструкции. Сразу покажу паспорт инструкции, характеристики. Это людям пригодится. Я сам часто ищу в интернете фотографии на видео. Вот можете сделать скриншот, и у вас будет паспорт. В 4К я снимаю. Можете качество улучшить в настройках YouTube. Или ближе покажу. Смотрите. Вот вся инструкция, даже подключение здесь есть. Все. Вот такой паспорт. Все супер. Понятно. Откладываем. И вот счетчик, смотрите, какой он. Вот слюдяное окно, слюда. Я проверял, все рабочее. Так, все супер. И со всех сторон вам покажу. Еще его можно разобрать. Это защитный корпус, будет он еще тоньше. Так, смотрим. SBT-11. Это прям выдавлено, когда выливали. И номер заводской 4-761. Здесь есть, вот всегда думал, для чего это крепление. Внутри такая гайка и с резьбой, латунная, кстати. И вот три анода, два катода, контакты. Вот видно, три анода, ой, четыре анода вдоль идут. Средний, он, они соединены за параллельные, это крайние. Вот здесь 4, видите, по краю это крайние контакты, а средние 2 запараллелены и один контакт. А вот это идет катод. Он, наверное, общий для всех, я думаю. Неважно, какой вы подсоедините ножки, он, скорее всего, общий. Сзади вот эта пластинка к корпусу подсоединяется. Ну, это такое, это все понятно. Потом мне пришел второй счетчик, и смотрите, что удивительно. Он пришел с вот такой вот штукой, каким-то агрегатом. Это было где-то на установке, я не знаю, мне очень-очень интересно посмотреть дозиметр, радиометр, из которого эта штука. Во-первых, она очень тяжелая, из очень толстой какой-то, какого-то металла тяжелого, реально. И вот паспорт к нему пришел. Это все в сборе мне пришло, в сборе. Я никогда в жизни не видел таких установок, не знаю, где они были, устанавливались, мне очень интересно. Фотографии в интернете ничего не смог найти. Потому снимаю вам видео, показать, поделиться. Вот паспорт. Сделаю поближе. Кому нужно, делайте скриншоты. Здесь все характеристики. Вот, все. Показал.
смотрите, что здесь. Вокруг корпус. Здесь какой-то трансформатор вот намотан. Видите? Вот, капроновая нитка стянута. Все качественно, заводское. На гайках, на болтах. Здесь вот тоже такое блестящее из нержавейки. Болты, гайки, все крепилось куда-то. Здесь контактов 6 почему-то. Как-то снималось по-разному. Импульсы, наверное, отдельно один анод подключался, отдельно 2 и еще раз отдельно 4. То есть вот так. И все вместе вот здесь. А это 2, наверное, катода были. Ну, очень интересно. Здесь, смотрите, выдавлено прямо вот так вот. Сделано в СССР. Раз, два, три, 4, 5, 6 контактов. Очень мощные. Достать вот так вот просто счетчик у меня не получилось. Пробую при вас прям откручивать. Первый раз это делаю. Наверное, внутри этот болт закручен прям в счетчик. Сейчас проверим мое предположение. Я очень горю желанием узнать, в каком дозиметре была эта установка. Вот, смотрите. Так как я и думал, сюда закручивается вот этот болт. Здесь шайбочка еще. Смотрите, что внутри. Панелька специальная под него. Вот так устанавливалось это все. Вот серийный номер. Вот смотрите, серийный номер выцарапан. А это прям, когда выливали этот гетинакс, то вот так вплавили, наружу выплавили СБТ-11. Вот счетчик наш. Смотрим дальше. Показываю эту штуку. Очень она мне интересна. Раскручу, наверное, все полностью. Сейчас болты, чтобы вам показать. Поставлю на паузу, чтобы вы не ждали. Посмотрим подключение внутри. Так, открутил. Достаю вот этих 2 длинных таких болта. Теперь панельку мы можем поддеть. И вот достал я ее наконец. Смотрите, там есть изоляция, вон ткань приклеена на дне. Смотрим, как подключалось. Это трансформатор повышающий. А, подавалось питание, понятно, на него. То есть это уже прям преобразователь. Трансформатор подавал высокое напряжение, делал 320 вольт. Так, от трансформатора идет кабеля, как и положено. 2 на вход плюс-минус и 2 на выход. Вторичные и первичные обмотки. Значит, они идут вот эти 2 куда? Ну, посмотрите, там подключение. Я покажу, чтобы было видно. Вон между собой еще спаяны через резистор, наверное. Два контакта вот этих. Вот этих 2 нижних. Вот они. Вот эти 2 спаяны через резистор. Понятно. Вот к ним как раз те, которые спаяны через резистор, подходят 2 провода одной из обмоток трансформатора. Вторая обмотка трансформатора, ну, должна идти на счетчик, она напрямую идет на счетчик. Все понятно сразу. И со счетчика идет 2 провода, вот на средний, нижний и на верхний крайний контакт. Вот, а здесь, смотрите, вот, вот так все. И здесь конденсатор еще. Интересно.